примерно на 1,4%. Несмотря на обвал нефтяных цен, Россия по итогам прошлого года вышла все-таки на небольшой рост валового внутреннего продукта 0,6%. Однако ситуация в нашей экономике непростая. И в этой связи нами подготовлен антикризисный план по поддержке экономики и социальной сферы в объеме 2,3 триллиона рублей. Я сегодня подробно об этом тоже проинформировал своих коллег. Решено капитализировать на 1 триллион рублей системообразующие российские финансовые учреждения банки. Задействованы средства резервных фондов, в том числе Фонда национального благосостояния. Главная цель – содействие реальному сектору экономики, промышленности, сельскому хозяйству, а также стимулирование занятости.